Возможно ли физическое бессмертие? Как к нему приблизиться? Эти вопросы озадачивают человечество не одно столетие, и ответы на них весьма неоднозначны. Обсуждению этой темы и было посвящено очередное заседание философского клуба Андрея Королева, которое прошло 25 мая на площадке главного книжного. Главным гостем встречи и докладчиком была Александра Бернадот, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании Great Matter Pharma, старший научный сотрудник Каролинского института. Во все времена люди были уверены в том, что им отмерено слишком мало земной жизни. Это и становилось причиной интенсивных поисков методов, которые помогли бы продлить жизнь или вообще сделать человека бессмертным. Александра Бернадот в своем докладе сделала упор на современные технологические возможности, позволяющие добиться определенного прогресса в данном вопросе. Она также отметила, что в настоящее время в современной науке проводятся активные исследования возможности достижения вечной жизни. Более того, в этом направлении уже достигнуты определенные результаты.